Один из 12 великих церковных праздников Воздвижения Креста Господня православные ежегодно празднуют 27 сентября. Этот день символизирует победу христианства над культурами и цивилизациями. Существует множество интересных фактов, связанных с этим событием, как обычаи и приметы, которые популярны и в наши дни. Особенно это касается прогноза погоды. Например, если в этот день дует северный ветер, то в следующем году будет теплое лето. В Воздвижении с полей забирали последний сноп, и это служило окончанием сбора урожая. А еще в этот день было запрещено ходить в лес. Все живое готовилось к зиме. Звери уходили в норы, а змеи сползались на зимовку в одно место. Считается этот праздник и днем капусты, когда каждая хозяйка должна приготовить как можно больше блюд из этого вкусного и полезного продукта. Некоторую часть угощений несли и к церкви, где раздавали обездоленным. По церковному уставу в этот день проходит повсеместная служба, а также устанавливается однодневный пост в воспоминание крестных страданий Иисуса Христа.